Добро пожаловать в христианскую церковь Агапы. Сегодня начинается конференция 500 лет реформации. Разрешите всех вас поздравить, и я не ошибусь, если скажу, с этим большим христианским праздником. Я хотел бы прочитать одно место в начале нашей конференции, которое записано в послании к римлянам, в 11 главе, 36 стихом. Очень знакомое место. «Ибо все из Него, все им создано, и все к Нему возвращается». Ему, Богу нашему, слава отныне и во веки. Аминь. Аминь. На протяжении нашей конференции мы познакомимся ближе с теми постулатами, которые стояли в основе реформации. Когда я прочитал это место, я подумал, насколько актуальны эти слова, которые мы вместе с вами прочитали. Все исходит от нашего Бога. Он, прежде нежели родились горы, прежде нежели была создана земля, отныне и вовеки наш Бог. Прежде нежели мы родились, Бог позаботился о роде человеческом, и Он оставил свое слово. Одно из постулатов реформации гласит следующим образом. Только Писание. И мы, приближаясь к нашему Богу, хотим строить свою жизнь, свое служение, свои взаимоотношения с нашим вечным Богом и друг с другом только на основании Писания. И это неопровержимая истина. Слово Божие на первом месте. Аминь. Аминь. Второе. Мы прочитали с вами, что все сокрыто в нем, в Господе нашем. Все, что сотворил Господь, Он сотворил ради Господа Иисуса Христа. Одна из постулатов реформации – это только Господь. Помимо Господа ничего не было сотворено. Помимо Господа нет пути достижения неба. И поэтому сегодня мы будем как раз об этом и говорить. Приближаясь к Богу, третий постулат реформации – только вера. Мы можем стоять в присутствии нашего Бога посредством живой веры. Без веры угодить Богу невозможно. Аминь. Аминь. Господь спас нас, и только благодатью мы спасены. Нет другого средства, и у Бога не было других вариантов спасти людей от грехов их, как только через благодать. Благодать принадлежит Богу. И к этой благодати Божией не надо ничего добавлять и убавлять. Благодати достаточно для того, чтобы стать Детем Божьим. Это неопровержимая истина. Аминь. Аминь. И последний постулат – это вся слава принадлежит одному Богу. Бог сказал,
будучи ревнителем, что славы моей никому не отдам. Слава принадлежит Богу здесь на земле, там на небесах и во веки веков. Мы будем славить нашего Господа во время нашей конференции. И из наших уст, с наших сердец, пусть слава вознесется вечно живому, трижды святому, нашему великому Богу, отныне и во веки. Аминь. Аминь. Помолимся, попросим Божьего присутствия, Божие благословение на начало конференции, а также на протяжении всего времени, но когда закончится конференция, чтобы Бог сопровождал каждого из нас до самой вечности. Помолимся. В этой молитве я приглашаю всех присутствующих, чтобы соединиться, дабы едиными устами, единым сердцем вознеслась Господу нашему хвала и благодарение. Аминь. Аминь. Помолимся. Вечный наш Бог, Господь наш и Бог наш, мы сегодня радуемся о Твоем спасении. Мы сегодня сознаем, что это план, великий план любви, который Ты открыл в Сыне Твоем, Господи Иисусе Христе, на кресте Голгофском. Ты в благодати Твоей протянул руку спасения каждому человеку. И по милости Твоей Ты нам дал прощение. И мы можем подойти с искренней верой и получить это прощение благодатью Твоею для каждой души. Господи, мы хотим сегодня, как никогда, прославить и благодарить Тебя за то, что Ты в Слове Твоем открыл эти истины, настолько необходимые и дорогие для наших сердец. Ты открыл разум наш, чтобы мы не поклонялись никому, кроме Тебе, единому Богу. Чтобы мы не искали спасения ни в ком другом, как только в Тебе. И чтобы мы помнили о том, что Ты сокрыл нас в себе для Твоего вечного Царства. И поэтому, Господи, мы хотим достойно Тебя прославить. Благослови сегодняшнее начало конференции, а также завтрашний день, когда мы будем вместе и будем слушать, и не только слушать, но и слышать голос Твой. Господи, просим, благослови сейчас поклонение в песнопении. А также, Господи, я прошу особо, чтобы Ты благословил спикеров наших, кто будет преподавать эти предстоящие лекции. Но более всего благослови наши сердца, дабы мы, принимая Слово Твое, имея Твою божественную веру, чтобы мы, Господи, поклоняясь Тебе, могли достойно прославить вечного, живого, трижды святого Бога, здесь и в вечности. Аминь. Yeah.
Премьер, премьер.